Всем привет, ребят! Всем здравствуйте! Так, мне нужна соль. Я готовлю по запросу детей яблочный пирог. 100 лет шарлотку не готовила. 100 лет. Без преувеличения. Ну, конечно, совсем без преувеличения. Когда я последний раз яблочный пирог готовила? Нет, 100 лет это без преувеличения. Совершенно. Вообще? Это прям точная цифра. Ну, как бы да. Я же говорю, без преувеличения 100 лет. Мне нужно 200 грамм сахара. Тебе что, 130? Да. Да? Да. У нас Анютка спит, отдыхает. Я уснула вместе с ней, попадала. Сейчас только проснулась. Так, сладенько спалось там у нее. А у нас тепло, это... хорошо. Ну, Анютки там, да, классно. У нас пылесос от Dreamy. Что-то ошибку выдает вторую. Там, знаете, номер ошибки. Цифра 2. Пытался разобрать, посмотреть. В общем, разобрал, посмотрел, но ничего не понял. Я надеялся, что там какой-то контакт был перебит или еще что-нибудь. В общем, потратил, пока Катя спала, я это все время ковырялся с этим пылесосом. Так и не понял, в чем-то. Кстати, кофе хочешь? Да, я бы маленькую чашечку кофе бы выпила. Не, я маленькую не могу сделать. Почему? Только большую. Большую, ну ладно. Это было проще, чем я думал. А у нас воскресное... кинотеатр. Воскресный кинотеатр, да. Да, мы все на диванчике. Завороженные, да? Называется мультик. Угу. Да. Новый какой-то. Пирог уже приготовился. Ждем, когда он остынет. Вот такой он получился. Красивый, хрустящий. Сейчас скоро будем пить молочко с пирогом. Ты хочешь украшать свою комнату? Да. Что, начнем с твоей комнаты? Да. Ты тоже будешь украшать? Да. Вот, давайте смотреть, что тут у нас есть. Что? Скажи, игрушки. Игрушки. Приходит.
кстати, тоже есть твои игрушечки, смотри. И то так. Не работает? Уютненько спала. Это что за олененок? Всем по подарку! А для мышечка, что ли? Всем по подарку! Дочь подарочный! Дочь подарочный. А олененок! Новый год самый лучший! Пока-пока.